Доброго времени суток, меня зовут Виталий, и вы на канале Картавый Плей. Ну что, продолжим. 23-я миссия. Босс. Этот ржавый болт. Ржавый болт. Да. Такая колода. Посмотрели, сфотографировали. Поехали. Посмотрим, что там вообще сейчас будет. Какая ситуация. Опа. Что-то тут с фрезами. Что, надо было этой розой, что ли, играть? Так. Талисман. Приветствует ржавого разряда. Очень надеюсь, что ледяной мерхострел поставит его на лед. Да. Неприятная херня, потому что я ничего с ним не могу сделать. Мне бы 3 урона ему нанести, но ни хрена. Да. На случайных линиях. Но лучше так, чем вообще никак. Может, это его хоть немного напряжет. Угу, еще плюс 5 жизни, ну конечно. Да. Весь молотком хорошо его запинать было бы. Ну, ничего. Пинать жалко нечем. Жалко нечем его пинать. 3 урона. Блин, нам его надо выносить вообще. Просто в хлам. Так, а на следующем ходу я смогу бы капить, да? Да. Будем бы капить следующим ходом. А что там придумаешь? Ну я ж не против, я сейчас еще забэкаплю.
Блин, он сейчас этому тоже даст. О, у нас двоечка. Да, двоечка выскочила. Где ж ты была, сучка? Бэкапить не вариант. Я бы, конечно, забэкапил, но... 4 в лицо придется получать, если забэкаплю. И просру товарища. Да, 4-8 я пока рохнуть ничем не могу. И маны не хватает, чтобы всех заклонировать. Хотя можно забэкапить, на следующий ход я все равно не смогу заклонировать. Да, тут единственный выгодный вариант — это поставить гриба этого. Блин, эту курицу запарил, раскачивает и раскачивает. Надо... Мне кажется, если сейчас не выиграю, то капитан очевидность, то придется переигрывать. Я его никак грохнуть не могу ничем пока, суку такую. Он сидит и меня напрягает. Ну, понеслась. Ну ладно. Давай клонировать. Сейчас 7 в лицо получим. Да, на следующий ход. Ну, мы можем бэкапить, клонировать, бэкапить. Если были бы только эти грибы, а что-то грибов пока нет. 4-1, да. Спортивный зомби бессмертный. Ну, это пипец. Это пипец. Это полный пипец. Блин, вообще, видите, вообще неликвидный гриб. Против этого чувака вообще неликвидный. Тут по-любому нужен этот лягунами, со всеми херунами. Я бы уже лягуном бы грохнул бы давно всех. Вонючий неликвидный гриб. Ну чё, ладно, блин. В принципе, этот живой останется. Правда, мы сейчас 6-7-8 урона получим. Ну, ладно. Будем проигрывать по-честному. Удалим ему по лицу. Хоть как-то. То вообще у нас просто неликвидность полная. Жесть, да? Жесть. Просто надо уничтожать их просто. Но вариантов вообще нет. Все растения получают плюс один. И какие же, где же взять этих всех растений? Грибы вначале были, так все просрались. Вот сейчас будет этого чувачка 7-11 можно грохнуть назад. Вот этого петушиного вонючку сюда поставили. Так, 5-7, 5-1. Так, это он станет, этот станет 4-4, а этот станет, у него 3 маны, да, еще. А этот станет 4-3. Угу. Нам надо уменьшать урон. Блин, я сюда если поставлю, он же ж мне... Он же вырастет, он станет 6-8, сука. Ладно, 7-1 пусть назад гуляет. Хоть и 6-8, но... Зато мне в лицо не будет эти 6-8. Я он сейчас... Нет, пропустил ход. У него там курица, кстати. Которую я назад отодвинул. Так, 4-6-4. Угу. Сука, ни одного гриба, одни клононасы. Все клононасы выдрал. Грибов жопой жуй. Одни вообще у меня там мало большевесных. Одни большевески идут. 4-3.
Да. Невезушка, невезушка. Ладно, у него там все равно карт нет, будем. А. Ну, все равно, да, будем плананасить. Хотя бы жизней у нее 3 станет. Блин, я до сих пор его грохнуть не могу. О, он сейчас пододвинет. Шляпа, ну понятно. Ну да, дров не пошел, так что тут все понятно, тут все четко. Давай, давай, давай. Ненавижу разработчиков за то, что они не могут придумать быстрое вот это заканчивание всего этого. Отсутствие кнопки переиграть меня вводит в тоску. О, где же этот говно вот это было? А, опять одни большевески. Так, ну смысла нету. Вот хоть вот этих у меня вообще грибов там немерено. Вообще грибов немерено. Ух ты. А что он наносит? Размещает 2 дыры в единицу, способности героя, и наносит 2 единицы урона зомби. Интересно, он наносит в начале? А потом размещать. Да, в начале, а потом размещать. Отлично. Хотя написано наоборот. Написано, что сначала размещает, а потом наносит. Вот этого по-любому в конце надо ставить. Потом вот его уже 2. Где же они были раньше? Так, ну мы все равно особо тут. А, ну мы можем попробовать попытаться грохнуть. 3-3, если нам повезет. Ага, сейчас. Повезло 40 раз. Ну ладно. На следующий ход мы все равно не сможем грохнуть. Вот, блин. Хрень какая. Ух ты. Бабовод. Блин, до сих пор раскачивается. Его надо грохать срочно. Срочно надо грохать. Прям вообще надо срочно. Это просто... Блин, 3, да? Не хватит. Ладно, будем пытаться его грохнуть. Всеми возможными способами. Иначе мы так вообще ничего не сделаем. Ну, сука. Представляете, какая сука. Один хрен. Живет, падла. Какая бессмертная курица. Куриная морда. От сука, ну какая сука. Ну ладно, он тут вообще пипец, вообще. Походить только туда, да? Че, баба вода надо ставить? Другого варианта нет. Он по мане сейчас выгоден. Чисто бэкапер, чисто будут стоять, прикрывать жопу, все, больше ничего делать не будут. 6-3, вот сука, просто сука, ну просто сука. Вот эта курица делает просто всю игру, падла. Ладно. Давай думшурумом все засрем. Посмотрим. Наконец-то курица сдохла. Подлюка такая. О. 4. Угу. О, бэкапер.
Блин, представляете, он до сих пор меня грохает. Всякой херней. И бабами все засрать. Ну тут 4-5, в нем смысла нет. В бабах нету вообще смысла сейчас. Потому что одна. 1-4. Четыре, пять, шесть. Ну только так. Мы делаем вот так. Что мы делаем? А, он что, еще и бафает, что ли? О, ни хрена себе. Так, а как мы его бафнем? У нас будет 4, да? Этот, в принципе, сдохнет. Вот так. И вот так. Этот, правда, не сдохнет, зато этот сдохнет. Это тоже не сдохнет. Сука, растение 5 или больше, падла. Еще щит, ну конечно. Сейчас так на западло вот этот уйдет. Ну понятно. Пошел нахер. Говнюк. Играть даже не хочу, блять. Ну что за говно? Просто говно. Короче, колоду посмотрели. Колода не для этого босса. Для этого босса вот это вот подойдет. По-моему, всю игру можно пройти этой колодой. Побей босса, побей засосу. Давай быстрей. Недоразумение. Размен 2 на 2, этот заряжать щит не будет хотя бы. Блин, было бы 6, я сейчас бы его, конечно, грохнул, но он сейчас будет раскачиваться. Хрен знает, что мне с ним делать. Можно подождать. На один, да, заряд? Вообще замечательно. Просто отлично. Они сейчас просто будут раскачивать. 2-3 курицы и до свидос. Да, тут, короче, надо делать, чтобы у тебя была вак и зомби, да, вот этот молоток. Если молоток не выпал, можно переигрывать. Потому что вот это говно надо убивать через молоток. На третий ход. А на третий ход ты его через молоток, по-моему, не убьешь. Это через ракету. Ракета это... Ракета это у зомби. Это я что-то перепутал. Да. Мы пока что в прососе. Ну, прикрываем жопу, ждем. Неизвестно чего. Герои всем растениям. Только растений нету, чтобы... Пусть хотя бы герои. Жесть, вообще не могу ничего с ним сделать. Эта курица вначале все портит. Очень сильно. Они просто раскачивают друг дружку и все.
Хрен бы что-то сделал. Да. Очень долгий конец. И бесполезные вот эти всякие херни в конце. Так, смотрим, что у нас тут еще есть интересного. Можно на перзиках с кукурузой. Давайте фейс. Агрокапитан у нас есть. Посмотрим. Тут... Тут уничтожилок тоже нету, да, чтобы что-то грохнуть. А кто тут у нас еще есть? Роза у нас. Роза у нас, кстати, да, она... Очень хорошо может зайти. Тут у нас как раз дают заморозку. То есть, по идее, тут самое оно. Четыре заморозки, заморозка. Ну, в принципе, да. Давайте, наверное, ей. Тут просто намек на то, что по-любому должна быть роза, и вначале вам должны дать подснежник. Подснежник разбафывается за счет этого 2-2. Хорошо, если у вас два подснежника, вы вообще в шоколаде. Убираем, убрали. Сейчас уберешь, вообще тебе надают тут. Сейчас подснежник выставим. Вообще подснежник в начале не ставят, потому что... Да. Подснежник ставим в конце. Потому что он должен разбафываться. А потом он разбафанный уже бьет по жопе. Делать пока нечего. Пока тупо нечего делать. Мы его грохнем вот этой на следующий ход, поэтому я, в принципе, я бы даже дровнул карту, потому что нам дровать карты нужно. Кукурузу дали. Да кукурузу еще доживи с таким-то боссом. Значит, у него, да, уничтожалка, как обычно. Из всех четырех этих, конечно же, у него будет уничтожалка. Не уменьшалка, ничего. Конечно, да. А мы сейчас просрем все наши четыре солнца на вот это вот дерьмо. Что очень печально, конечно же. Но если мы это не сделаем, он будет разбафывать всех подряд. Поэтому тут надо это все делать. В любом случае. Ну вот, мы можем рохнуть 4-4. Какого из 4-4? Танцы, спорт. Спорт. И он, ну, лучше 4-4 с мишенью, он же не накачивает меня. 2-6 мы, наверное, сюда поставим. Можно даже сюда, потом его вернуть. Да не, лучше... А, ну, меньше урона будет мне. Он же поглотит. Плюс он там, может, уменьшалка у него будет, или еще какая-нибудь шляпа. Да. Мы его все равно вернем. Через редиску.
это водяной, можно его посередине сюда поставить. Но у нас хватает только на этих двух. В принципе, мы полечиться еще успеваем на следующие ходы. Блин. А можно грохнуть 4-4. Он сейчас просто выставит своего свистуна и все. Свистун мне просто все планы испортит. Он же их всех бессмертных сделает. Даже этого дерьма бессмертным сделает. Плюс защита будет, да? На воду поставим тут. Посмотрим, что он придумает. Почему это? Потому что он с лечением. Поэтому я решил. Превращает. Вот пусть этого и превращает. Да, вот это получше будет, чем 4-4. Заморозки нету. Мы вернем товарища 2-2 к себе на родину и полечим себя. Еще одна возвращалка, ну ладно. Сука, перемещает растения, дерьмо. А чё он его сюда пододвинул, дурак что ли? Чтобы вот этого не убил, что ли? Непонятно. -2, -2. Да. Насчет этого я не беспокоюсь, у нас морковка есть. О, уже и без морковки можно обойтись. Да. Да, можно обойтись без морковки. Три, 2-3, 2-1, наверное, вот сюда лучше. Убрать 0-2. Пусть будет. Ой, это что за глюк? Это глюк. Видели? А, наконец-то морозку дали хоть какую-то, падлы. Я уж думал вообще. Ничего давать не буду. Так, ну что, мы прикрываем жопу, наверное. Да, будем прикрывать жопу. Вот так. Вот так. Правильно. И на водичку поставим нашего товарища. Что-то у него там... Что-то не то у него там. Две какие-то карты, которые он использовать может. Ну, капельки зашли, капельки в теме. Капельки решают. Ну, в принципе, у нас уже кукуруза готова, так что можно не нервничать. Пододвигатель есть у него. Как раз вот я что беспокоюсь.
Ну, раз есть пододвигатель, мы поставим вот этого чувачка на всякий случай. Да, пододвигатель не тот пододвигатель, но, пожалуй, это тоже неплохой пододвигатель. О, 4 или больше. Поэтому он не мог использовать, ракета у него была. Но это ему не поможет уже особо. Я считаю, что это ему уже особо не должно помочь. Это вот единственный, кто у него был. Давайте полечим себя, может там что вытянем. Хорошего, приятного. Двоечка. Я не против двоечки. Увеличиваем. Общий масштаб ударов. Морозильника дал. Ничего делать не буду. Очень хорошо. О, теперь нам нужна заморозка. Срочно, в срочном порядке. Мы эти 5-14 грохнули вообще нахрен. Оборзевшие 5-14. Да, нету 5-14. Ну, в принципе, мы уже, скорее всего, выиграли. Но на всякий случай я поставлю. Товарищи кукурузу, посмотрим, что он нам выдаст. Как всегда, дерьмо всякое выдал. Очень редко больших выдает. О, заморозчика дали. Я так понял, что я дровнул из-за вот того, что из-за вот этого шалфея. Шалфей мне дровнул заморозчика. Да. Все-таки тетя Роза мы затянули. Бобовой, да. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitter. Короче говоря, да. Всем удачи, всем пока. До следующего босса.